Товарищеские встречи среди ветеранов футбола в Славянке на стадионе «Юность» давно уже вошли в традицию. В этот раз на матч приехали ветераны футбольного клуба «Луч Энергия». Мы как бы очень рады такому приглашению. Ну, на все приглашения мы откликаемся, чтобы приехать, поиграть в футбол, пообщаться. Это для нас самое главное. Уже в нашем возрасте это самое главное общение. Победа для нас, по крайней мере, не важна. Нам главное, что это встретиться с ветеранами Славянки, пообщаться с ними. Ну и второстепенно уже это, как говорится, поиграть в футбол. Футбол получился очень ярким и зрелищным. Было разыграно множество интересных комбинаций и сделано точных передач. По итогу игры славянским ветеранам удалось обыграть гостей со счетом 6-2. Но, как признаются футболисты, главное не победа, а участие. Для ветеранов спорта очень важно, чтобы футбол продолжал развиваться. Строились новые стадионы и появлялись молодые спортсмены. Это здорово, это нужно делать во всех поселениях. Вот я не знаю, вот раньше в советское время старались, что в каждом даже поселке, селе был футбольное поле. И старались там играть в футбол. Сейчас это нужно тоже обязательно делать, чтобы во всех даже малочисленных населенных пунктах были футбольные поля, чтобы дети занимались футболом. Игра команд ветеранов «Славянки» и «Луча Энергия» оставила яркое впечатление. И, кстати, молодежи есть чему у них поучиться. И прежде всего, уважительному и доброжелательному отношению друг к другу и к своим болельщикам. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Олег Кудинов. Новости «Славянки».